Всем здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас будет булочка домашняя. Я не хотела снимать, но я думала, ничего страшного. Все у нас готово. У меня здесь сахар, стакан. Здесь сливочное масло, дрожжи сухие у меня и молоко теплое чуть-чуть. Вода тоже так же теплее. Вода. Тоже так же мы положим вода. И все. Теперь нам 2 яйца нужно. Все положим. Это у меня сынок разговаривает еще. Маленький, ничего не знает, просто разговаривает. 2 годика у меня сынок. Теперь помешиваем хорошенько. Руками, чтобы сахар и наша дрожь вместе. У нас все. Нашу муку. У меня просеянная мука. Положим и будем сделать тест. Хорошенько. Очень хорошенько. Мягкий тест будем сделать. Все, наш тест чуть-чуть жесткий стал. Теперь я на рабочее место положила. Теперь вот таким способом будем сделать тест, чтобы мягкий получился у нас тест до готовности. Должно быть мягкий у нас наш тест до готовности. Вот так. Когда готово будет, не липнет руки. Не липнет на рабочее место у вас ваш тест. И поднимается хорошо. Вот такими способами. Все, у нас готово наш тест. Вот не липнет ни руками, ни рабочее место. Не липнет у нас. У нас уже готово. Теперь положим на наш тазик и закрываем крышку, где-то часок положим. Если у вас нету времени, как у меня, покрываем, закройте и все. На наш тест выходило 2 яйца, стакан молока, стакан вода, стакан сахар и сухой дрожь, пачку сухой дрожь. И все. У нас готово. Теперь закроем крышку. Вот так. И положим на бухание до готовности. Когда тест поднимается у нас, будем оформлять наш булочку. Все, наш тест поднялось. Вот такие. Теперь на рабочее место положим и оформляем, что вы, какой фасон, что вы хотите, оформляйте, какой вы хотите. Некоторые любят без ничего, без. Я оформляю вот такие. Все, я раскатала шарики, вот так муку сделаем вниз чуть-чуть. Я никакой фасон не сделаю, только раскатаю чуть-чуть. В серединку я положу шоколад и фу у нас называется здесь. Вот такие положу. Больше ничего не положу я. Почему я руками раскатаю? Потому что
не так удобно. У меня вот такие нутелла с шоколадкой. Положим в серединку ложечку. Ложечку положим и закроем. Края тоже закрываем. И накрутим. Вот такие способами. Положим. Закрываем края тоже. И поставим, чтобы поднялась наша булочка. Вот такие способы. Яйцо намазали. Теперь отправим в духовку. На разгореть. Была уже духовка 100-112 температура наша духовка. Только вниз, потом наверх мы откроем. Ну, давайте отправим в духовку. Мы поставим на духовку. Теперь у нас второй. Мы раскатаем, чуть-чуть муку сделаем. И раскатаем чуть-чуть. Много не надо. Так, раскатаем. Все, хватит. Ложку возьмем. Сахар. Сахар положим. Вот такие способы. Везде равномерно накрутим наш сахар, края закрываем, и все у нас. Другую сторону мы сделаем. Теперь серединку чуть-чуть положим. Тоже так же. Серединку чуть-чуть положим. Края тоже чуть-чуть положим. Не будем отрезать. Закрываем. Вот такие булочки у нас получится. Все наше тест вот так мы будем сделать и поставим на отдохнуть, чтобы также мы положим сахар в серединку. Какой вам дизайн или какой вы хотите, положите. Я положу вот так сахар. И на другой способ тоже можете готовить. Накрутим. Закрываем края тоже. Везде. И обратно. Сделаем, нажмем чуть-чуть. Вот такими способами. Это тоже так же. Нарезаем край. Серединку положим и нарезаем края тоже. Тоже так же. Нарезаем все. И накрутим. Вот такие способы. Два раза и три раза накрутим. У нас готово будет обратно.
два раза или три раза. Накрутите и все. Вот такие у нас получится тоже. Все, у нас закончилось. У меня два вида. Один с сахаром, еще горячий, мягкий. Вот. Вот такие мягкие. Один с шоколадом и орехом. Вот. С шоколадом тоже. У нас все готово. Мягкий. Вот, посмотрите. Все у нас закончилось. Ну, давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки. Напишите на наш канал. Нажмите колокольчик. Новые видео приходят вам. Ну, давайте всем до свидания. Пока-пока.